18-я республиканская спартакиада. Первый этап соревнований. Бешеная конкуренция. Третье время показала Ольга Сугаченко. Девушка прошла круг всего за 63 секунды. Это впервые в истории Бобруйской школы картинга. Я проверяю там колеса, особенно топливные шланги, особенно там тормоз. Это вот все, подливаешь там тормозную всю жидкость, это проверяешь. Просто нравится как бы скорость, вот, адреналин там. Мне нравится само ремонтировать все. Вот хочу профессию свою посвятить с машинами, что связано. Не отступает и едет только вперед. Любовь к скорости у 17-летней Ольги Сугаченко с детства. За годы спортивной карьеры девушка не раз почувствовала сладость победы и горечь поражений. Спортсменка рассказывает, карт – машина маленькая, но шустрая, случается всякое. Без поддержки тренера и друзей не обойтись. Я вообще переживала сильно. Вообще вот нормально проехали, там показались хорошие результаты. Юниоры также не остались без медалей. Серебро у Никиты Гайшуна, бронза у Артема Лаптева. Команду отдела технического творчества Центра дополнительного образования детей и молодежи представляли 22 любителя скорости. Все подопечные именитого тренера Александра Дубины. К нам, я скажу по своему опыту, приходит очень много детей. И у нас остаются те, которым нравится скорость, ремонтировать. Потому что у нас не только дети выступают, гоняют. Они для себя и ремонтируют технику сами, своими руками. У нас уже некоторые, как вот Оля, Виктор Гончаров, они уже моторы перебирают сами. Картинг – этакий мини-болид. Компактные шумные машины со странной конструкцией. Основные элементы – совсем как у легковушки. Четыре колеса, руль, педали и двигатель. Тренер уверяет, именно его дисциплина позволяет научить ребенка уважать технику и следить за ней. Максим Гембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.